традиции передавать знамя гимназии от выпускников десятиклассникам уже четверть века. Последний звонок в юбилейный для 41-й гимназии год прозвучал для 2 11-х классов. Сегодня последний звонок, сегодня последний урок. Ну а дальше самое главное. То, ради чего вы и проводили здесь, в этих стенах, эти 11 лет. Остается 3 недели самых важных в вашей жизни. Действительно показать, продемонстрировать, чему научились, что освоили. А может быть, даже и где-то удивить нас своими результатами. Первые учителя, классные руководители, первоклашки. Сколько теплых слов было сказано в этот день. Сколько раз щипало глаза от набежавших воспоминаний, эмоций и осознания того, что все это осталось позади. 11 школьных лет, 11 лет счастливого детства. Больше не сядут они за парты, не услышат звонков с урока и напутствий классного руководителя, ставшего родным за все годы. Ну а сами родители волновались даже больше, чем ребята. Эти школьные дни! И все же у большинства выпускников этот день настроение было веселым, бодрым. Они, полные надежд и планов, пока не успели еще почувствовать ностальгию по любимой школе. Это придет позже. Это так, ну, неожиданно, непривычно уже, что 11 лет так быстро пролетели, и не, ну, вообще не хочется прощаться со школой. Остались бы? Еще на лет 11 осталось бы. Эмоции? Я сейчас разревусь. Это очень трогательный момент. Гордость, конечно, да, то, что вот закончили. Дима, молодец. Потом, ну, естественно, счастье, потому что... Все-таки уже взрослая жизнь скоро, много всего нового. В данный момент я испытываю большую радость, потому что школа закончена. И все, дальше ждет много испытаний, но я с ними справлюсь. Взрослые, умные, успешные, уверенные. Вся жизнь у этих ребят впереди, и так хочется, чтобы у них все получилось. Впереди, конечно, сдача экзаменов, поступление в ВУЗ. Время начинать, время перемен, время выбора, время новых чувств, время праздновать молодость. Пусть все хорошее будет впереди, а воспоминания оставят теплый весенний след. Альбина Евсеева, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания.